папа его погиб в Нагорном Карабахе. И мы одни остались с моим сыночком. Я сказала, значит, такова судьба, что я все выдержу, совсем справлюсь. Что бы мне ни было суждено, я все перенесу. Главное, что у меня есть мой сынок. Но не получилось. Михрибан, дорогая, а сколько же лет было твоему сыну, когда он умер? 14. О, Аллах! Совсем ведь еще мальчишка. Холодно душе моей. Я так хорошо понимаю тревоги Шахрезад. А сердце матери всегда болит. Вину всегда болит. Субай-сан? Субай? Шахрезад. Она спрашивает, замужем ли ты по-азербайджански. А, вот оно что, понятно. Нет, нет, Михрибан. Бину пока не замужняя, мы ждем, когда появится достойный мужчина. Мишихунда и кто? Она спрашивает, влюблена ли ты в кого-нибудь, Бину. Сердце без любви, подобно нежному цветку без воды. Как цветок, который долго не поливают, страдает и засыхает, так и сердце без любви не может долго биться. Если только ты не сделаешь шаг навстречу тому, кого любишь. Навстречу тому, кого люблю, да? Угу. Это очень трудно, Михрибан. Так, так. Бину, что это такое я от тебя слышу, дорогая? Ничего особенного. Есть, есть. Кто-то есть. Бину, ты в кого-то влюбилась. А вот и нет. Я просто так сказала, Шахрезад. Не лукавь, просто так подобные вещи не произносятся. Тебе сейчас явно кто-то нравится. Даже если и так, что здесь такого необычного? Не приставай, Шахрезад. Точно есть, я уверена. Ты даже покраснела вся. Ну все, уже поздно. Я пойду, хочу еще дома поработать. Стой. А? Что еще? Я не отстану. Ты мне сейчас все расскажешь, интересно же очень.